У меня парадная форма русского политзаключенного. Пойдем. Куда у меня? Ощущение, что я попал в СИЗО. В СИЗО. Он слева черный камень. С каким настроением? И до этого, и после этого. Алексей Владимирович, я вас очень уважаю. Что вы хотели от меня? Посмотрите на меня, вот такой я полковник. Как себя мое чувствуете? Состояние по ходу и бою готов. Вот такое мое состояние. Самочувствие. Это моя жена Надежда Михайловна. Там будет пресс-конференция. Я уважаю людей. Они вышли, мне посмотрели. Нет, это мне. Я как бы поклонюсь то же самое. Мне это совершенно чуждо. Владимир Васильевич, пойдемте. Люди там ждут. Прекрасно. Я вам могу одну сказать. Поехали. Владимир Васильевич, пойдемте. Они сейчас увидят. Народ там ждет, да. Я не люблю, когда меня тащат. Мне это сказали 11 лет. Зачем мне сейчас хоть ничего тебе? Я спокойненько сам иду. Спокойненько иду сам. Своей волей уже. Машину. Вот. А вот защитник. Пожелал вам спокойной старости, а вы что пожелаете Чубайсу? Чубайсу? Бог не дал ему легкой смерти на лесной дороге. Поэтому его ожидает другая смерть. Владимир Васильевич, пойдемте. Дороже. После суда. Так. После суда. Сейчас охранник кричал по бокам. Понял.